Всем привет! Всем привет! А сегодня я сделаю вот такой вот макияж с палеткой Naked 2. Как и обещала, 100 лет уже, наверное, ждут от меня. Но, в общем, наконец-то я собралась. У нас хорошая погода, у меня хорошее настроение. И настроение, чтобы сделать красивый макияж. Вот, надеюсь, вот этот вот макияж, я еще покажу, наверное, его поближе, вот, вам понравится, будет приятно посмотреть. Может быть, вы что-то новое для себя откроете. Вот. Вот такой вот макияж. Вот такие вот глаза. Палетка Naked. Итак, первым я нанесу вот этот вот цвет. Он называется Half Baked. Вот этой вот, значит, кисточкой. На все подвижное веко. Как видите, он такой золотой. Не какой-нибудь там белый золото, желтый золото, а именно, или там с медью, а вот именно такой золотой цвет. Мне кажется, лето к загорелой коже прекрасно будет смотреться. Я, правда, не могу похвастаться пока очень загорелой кожей, но я к этому стремлюсь. Вот, цвет мы нанесли. Отложим в сторону эту кисточку. Вот, и я возьму вот эту вот, которая шла в наборе от Naked. И возьму цвет, который называется Tease. Вот этот вот. Мой самый любимый. Вот этот вот цвет. Он матовый. И его я нанесу в складочку. Спина заболела. Вот. Его я буду наносить вот сюда. Скажем так, чтобы выделить эту складку. И подчеркнуть цвет золотых теней. Мне очень нравится этот цвет, он очень такой деликатный, он не очень темный, он не очень светлый, он именно то, что нужно. Не знаю, надеюсь, видно, что я там делаю. Так сказать, я же обещала макияж. В общем-то, в принципе, я делаю похожие макияжи, ну, каждый день почти. Вот, использую эту палетку очень часто. Вот так вот подчеркнули. Дальше я возьму плоскую сторону этой кисточки и нанесу этот же цвет. Точнее, я его смешаю. Я смешаю вот этот вот тиз с рядом стоящим таким мерцающим. Он называется Snake Bead. Вот, они похожи, но этот шиммерный. И нанесу его на нижнее веко. Как бы... Вот. Чтобы... Все-таки вид у нас был законченный. Нанесу чуть-чуть, потому что цвет очень пигментированный. Дальше возьму кисточку-карандаш и растушую этот цвет. Такую дымку. Дальше, этой же кисточкой-карандаш, я нанесу вот этот вот цвет, Snake Bead, вот этот вот, немножечко в уголочек вот сюда, чтобы... И немножечко как бы затемню этот уголочек, растушую как бы кверху. Никаких лишних движений, никаких сложностей. Сейчас покажу еще рамок. Просто его сюда. Чуть-чуть. Возьму растушевочку, и на этом глазе я немножечко ею поработаю. И здесь тоже чуть-чуть дотушую. По-моему, лично понять, этот глаз у меня получился лучше, чем этот. Как мне лично кажется, этот какой-то у меня немножко. Вот. Ну, в общем, тушуем до того момента, пока нам не понравится то, что мы видим в зеркале.
Дальше я возьму еще немножечко вот этого цвета тиз и еще раз пройдусь по складочке, чтобы все вот эти вот сильные переходы, их все убрать. Дальше. Этой же кисточкой я возьму светлый, он называется Фокси, самый первый цвет в палетке, и нанесу его под бровь. Заодно уберем все лишнее. Как-то так. Не знаю. Надеюсь, вам видно. Надеюсь. Дальше. И последний штрих. Это я возвращаюсь снова к кисточке карандаш. Возьму цвет Бутикл. Вот этот вот. Третий. Это тоже светлый, но такой мерцающий. И нанесу его во внутренний уголок глаза. И немножечко вниз. Вот, с палеткой Naked мы закончили. Отличная палетка. У кого еще нет, девчонки, бегите за ней. Дальше. Что я... Я потеряла свою мысль. Дальше можно, в принципе, подправить все это дело, нарисовать стрелочку гелевой подводкой. Но я не буду это делать, потому что мне кажется, пока достаточно и такого. Как бы для дневного макияжа, для, во всяком случае, нашего города этого достаточно. Вот, и последнее, что мы сделаем, это тушь. У меня сегодня будет тоже такая от Benefit. Вот такая объемная тушь. Хорошая тушь, как я уже говорила. Но все равно чудес не творит. Хотя, если честно, вот да, откровенно говоря, иногда, когда мы идем в гости там или какие-то, скажем так, торжественные случаи, я наношу ее вместе с удлиняющей вот шейдом. А давайте я сейчас их, кстати, вместе нанесу, блин. Нет, ну вы гляньте. Как я умудряюсь каждый раз, когда я делаю видео с макияжем, красить себе лицо тушью. И сверху нанесу вот эту вот от Шисейда. Она удлиняющий. Эффект мне очень нравится такой прям. Пусть у меня сегодня будет особый повод. Так, ну и совсем уже последний, это белый каял на водную линию, чтобы открыть наш взгляд. Ну уже совсем последнее, это мы нанесем помаду. У меня будет вот такая вот, от этого, от кого-то, от Ив Сен Лорана. Остаточки помады. Ну и так как лето, я все-таки решила, что блеск будет не лишним. Блеск у меня от Essence, 3X Shine, Lip Gloss, я не знаю, какой тут оттенок, 19 Nude Candy. Вот, пахнет обалденно какими-то конфетками. Я не знаю, слышно вам или нет, у меня там на заднем фоне играет Синатра. Очень люблю Синатру. Я не знаю, честно говоря, не знаю людей, которые бы не любили Синатру. Ну, блеск такой, ничего, но я о нем расскажу в своих покупках. Он имеет плюсы и минусы. Вот, в принципе, был весь макияж. Я не знаю, что там видно в камере. У меня в зеркале я даже очень ничего, очень даже симпатичная. Вот. Вот такой вот, мне кажется, не очень яркий, но очень такой... приятный, красивый, подчеркивающий ваши достоинства, скрывающий какие-то недостатки, макияж. Вот, с палеточкой Naked 2. Как и обещала. Вот, надеюсь, вам было интересно, так что... Упси. Вот, надеюсь, в общем, вам было интересно, полезно.
И макияж вам понравился. Девчонки, это полезная вещь. Вот. Ну, всем пока. Давайте всем хороших выходных, хорошего настроения, отличной погоды. Пока.